Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Приближается Новый год, и пока взрослые и дети готовятся к празднику, религиозные мракобесы из клана праздникоборцев готовятся и помешать праздновать. Прямо как сюжет из новогодней елки моего детства получается. Приближается Новый год, дети ждут Деда Мороза, и тут какой-нибудь Бармалей собирает из разных сказок всякую сволочь, и они начинают портить детям праздник. То елку сопрут, то Деду Морозу транспортное средство сломают, то подарки украдут. В общем, мелко и подло гадят. Но в сказках «Добро побеждает зло» дети объединяются с положительными персонажами из разных сказок, разгоняют злодеев, и Новый год состоится. Пару месяцев назад мы записали видео «Защиту Хэллоуина». Теперь будем и Новый год защищать. Кстати, а какие наезды на Новый год? Зависть в первую очередь. Православные туроператоры нас регулярно зовут в паломничество на новогодние праздники, мотивируя тем, что люди пьянствуют. А ну, еще запускают салюты, везде звучит музыка. Ну, одним словом, люди радуются и веселятся, а что тут такое? А на дворе рождественский пост. Ну, про пост мы недавно записали видео. Можно ли сейчас поститься, как постились раньше? В котором доказали, что церковные поучения на тему поста морально устарели, так как сейчас и продукты другие, и техника другая, и общество другое. То есть поститься по церковному уставу – это все равно, что путешествовать по рекомендациям какой-нибудь 200-летней давности. Сейчас есть и поезда, и автобусы, и самолеты, и автомобили. Но я же самый умный, я прочитал в книжке, как Пушкин путешествовал, и я буду искать, где найти кибитку и лошадей. И ведь найду, и ведь поеду, буду путешествовать. Как Пушкин путешествовал, а не как всякое быдло. Только за кибиткой будет все равно ехать грузовик с овсом для лошадей и запчасти для этой самой кибитки. Может быть, проще было бы просто на автомобиле без всяких лошадей поехать? Ну, конечно, проще. Только у нас же так, далека дорога в рай, двери рая узкие. Мы путей простых не ищем. Потому что русские. Ну, вот и с постом так же. Когда Великий пост уже там изжога от креветок, мидий и бананов заморских, начинаем искать в супермаркетах брюкву. Потому что в конце поста, вот мы прочитали, наши предки ели именно брюкву, а не что другое. А, интересно. Но вообще-то брюкву ели, потому что и не было этих самых супермаркетов. А в погребе оставалась только эта брюква. Как наиболее долго хранящаяся. Итого, современный светский праздник попадает на морально устаревший пост. Способы решения этого конфликта могут быть разные, в том числе и неисполнение морально устаревших правил церковных. Кто не верит, пожалуйста, посмотрите правила поместных и вселенских соборов, например, про жен епископов, про отношения рабов и рабовладельцев. Ну, какие там еще наезды на Новый год? А, вот еще. До реформ Петра I, то есть до 1700 года, Новый год праздновали 1 марта. Ну и что же, зато с 1700 года, 1 января по юлианскому календарю, а с 1919 года, 1 января по григорианскому календарю. Мы живем по григорианскому календарю, и Новый год у нас, разумеется, как ни странно, по этому календарю. Иначе, по элементарной логике,
Это будет уже не Новый год, если его праздновать в другой какой-то день. Новый год украл у Рождества украшенную елку. Ай, плагиат-то какой! Ну, во-первых, не украл, а честно позаимствовал некоторые элементы. Во-вторых, а ничего, что христианская церковь из языческих праздников тоже берет атрибуты на масленицу, так нагло использует круглый блин, который вообще-то древний славянский солярный символ. Как-то так. Новый год – это не пиратская копия Рождества, а совершенно другой праздник. А, это точно. В его основе не религиозное событие, а смена календаря. Да. И Новый год для человека любой религии вообще-то более ценен, чем Рождество. Что такое вот Рождество для мирянина? Это в церкви прочитан определенный кусок Евангелия. Все постояли на богослужении, помолились, причастились. Дальше церковные иерархи пошли в трапезную на свой корпоратив. А люди пошли по домам. Церковь у нас от государства отделена и живет своей жизнью. Да. А мы все живем по тому календарю, по которому живет государство. И события уходящего года, и планы на наступающий год – это реальность каждого человека, независимо от религии. И популярность Нового года высока еще из-за того, что сейчас жизнь более насыщенная, чем лет 100 назад. За год в жизни каждого современного человека происходит довольно много всяких интересных событий. Так что это наш праздник, Новый год, точно. Любимый. Да. Например, в наступающем году я оканчиваю свою учебу, а в уходящем году мы создали YouTube-канал «Платочек». Теперь у нас новый социальный статус «Видеоблогеры». А где мы погуляли в уходящем году, всех мест даже не вспомнить сразу. Ну да. А на Новый год у нас есть большие надежды. Например, вот такую записку мы повесили на елку желаний в ГУМе. А еще на Новый год поздравляют Дед Мороз, а на Рождество Санта-Клаус. И заметьте, это не одно и то же. Они абсолютно разные. В интернете даже большой список отличий есть. Да, вот сейчас он на экране. Другими словами, религиозные фанаты, выступающие против Нового года, пусть тогда идут и дальше. Например, зачем два праздника одного святого? Никола летний и Никола зимний. Вот, например. Или дважды день Петра и Февронии празднуется. Ну, или еще равноапостольной царицы Елены. Да. 3 июня и 6 марта. Да. Многовато. Ну ладно. Ну и самый главный наезд религиозных праздникоборцев на Новый год – это традиционное обвинение в язычестве. Фу. Ну, в 46-м году до нашей эры римский император Юлий Цезарь установил празднование Нового года 1 января. Тогда празднование было посвящено действительно языческому двуликому богу Янусу, у которого одно лицо смотрит вперед, а другое назад. Но только где в современном праздновании Нового года культ Януса? Где жрецы Януса? Где обряды поклонения Янусу? Где жертвоприношения Янусу? Из-за этого, что ли, наезд? Ну, да слава богу, что всего этого не происходит, а просто идет нормальный светский праздник. А я тут нашла статейку вот какую, что Дед Мороз – это воплощение стихии холода, которому древние славяне приносили в жертву девственниц и таким образом
возникла легенда о Снегурочке. Это называется «Слышу звон, но не знаю, где он». Кстати, я даже догадываюсь, откуда взялся этот бред. Скорее всего, автор изучал славянский фольклор, читал про Снегурочку и нашел фразу «жертва мороза» и включил свое больное воображение. Вообще-то, жертва мороза – это так же, как жертва землетрясения или жертва урагана. Это не значит, что жрецы кого-то зарезали на алтаре, а значит, что человек погиб от действия стихии. Терминология до сих пор, кстати, используется в новостях. И в самом деле от холода раньше очень часто погибали люди, потому что дороги трактором не чистили. В домах электрические лампочки не светились. Уличного освещения не было. А поэтому элементарно, особенно для ребенка, сбиться с дороги и где-нибудь в сугробе замерзнуть насмерть. Может быть, даже возле самого дома. Поэтому образ доброго мороза – это примерно как образ доброго медведя. Это классический языческий способ задабривания агрессивной природы. Да. Языческие элементы, вот, они, конечно, есть, но только они не к Новому году относятся. Они относятся к зиме в целом, особенно к холодной зиме. Точно. А в том, что в Европе на Рождество массовые инсценировки, как Санта-Клаус, дарит подарки, разве это не язычество? Мне это напоминает, как дикари рисуют на стене пещеры удачную охоту. Ну, кстати, да. На карго-культ похоже. Ну, для тех, кто не знает, карго-культ – это у аборигенов Меланезии поклонение грузу. Культ небесных даров, иными словами. Это, ну, они же самолеты-поклонники. То есть на островах Меланезии местные аборигены увидели, как приземляется самолет. Из него люди достают всякий полезный груз и начали строить бутафорские аэродромы с бутафорскими самолетами в надежде, что и к ним залетит стальная птица и принесет в своем брюхе самые разные полезные вещи. А ведь что интересно, задабривание мороза сейчас не актуально. Люди редко от холода гибнут. А вот получить помощь от какого-то небесного покровителя все хотят. Это хорошо видно по длинным очередям, когда в храм Христа Спасителя привозят какой-нибудь заграничный христианский артефакт. Кстати, Санта-Клаус – это в переводе «Святой Николай». Если в православной христианской традиции святому Николаю люди молятся так: «Святитель Отче Николай, моли Бога о нас», то когда на Рождество изображается Санта-Клаус, массово дающий подарки, сугубо материальные, то это как раз самый натуральный осовремененный карго-культ, причем действующий, в отличие от задабривания мороза. Известно, что святой Николай действительно подбрасывал в окошко людям мешочки с золотишком, с денежками. И вот люди изображают вот этот обряд, так же, как язычники, то есть самый натуральный осовремененный карго-культ. Ну, даже если не святой небесный угодник спустится и будет как-то помогать, то хотя бы привлечь к себе внимание вполне материальной церковной благотворительности. В общем-то, очень даже реально. Вот мистическим способом привлекают христианскую церковную благотворительность. Чем не карго-культ в современном исполнении?
Ну, самое главное назначение праздника – это радоваться и веселиться. На Новый год несколько нерабочих дней. Также организовано проводятся праздничные мероприятия. То есть общество организовало празднование, и вдруг кто-то призывает не праздновать. Ну, как-то нехорошо. Причем общество не какое-нибудь там языческое, а вполне даже православное. Храмы вот в этом обществе не платят налог на имущество. Президент регулярно в храме на крупных церковных праздниках появляется. Как-то вот нехорошо против такого государства-то выступать, с ним ссориться. Получается антисоциально. Ну, в общем, да. То есть, если родители не разрешают ребенку праздновать Новый год, то это значит, что они сами антисоциалы, и ребенку прививают антисоциальное поведение. А значит, имеются все основания привлечь органы опеки к этой семье. Если священник проповедует, что не надо праздновать Новый год, это значит, что он превышает должностные полномочия. Церковь как раз перед Новым годом служит новогодний молебен. Да. То есть имеются все основания привлечь к делу этого батюшки его непосредственное церковное начальство. В христианской церкви есть запрет празднования Пасхи вместе с иудеями. Также запрет поститься на Пасху. Однако никакого запрета на празднование Нового года мы не видим. Все наезды на Новый год – это частная инициатива отдельных ревностных не по разуму граждан. На этом мы прощаемся с вами. Желаем весело встретить Новый год! И ждем вас в новом году на нашем канале «Платочек». С Новым годом! С новым счастьем!